Вот мы видим, проходит командующий парадом с шашкой. На встречу ему идут президент и министр обороны и командующие. Vice President Gooks, National Green Respect, Vice Policies, Vice Robichards, Vice Sugunsaisis und Glābšanas dienas, Jaunsardes svienības, parāde par godu Latvijas Republikas 94. Gada dienai nostādīts, parāds komandieris Pulkvedis Kalniņš. Командующий парадом отдает торжественный рапорт президенту республики. Президент подходит к войскам. Вот и президент подходит все ближе, приветствует замысаргов. Parādes vienības! Vienā! Valsts himnu godam sveikt! Priviestojot gimnu! Собственно, парад, а точнее торжественное прохождение началось. Затем идут три человека с флагом Норвегии. А затем, как я понимаю, подразделение Балтбата, потому что флаг ее состоит из флагов трех балтийских стран. Далее торжественным маршем проходят курсанты Национальной академии обороны, кузницы кадров нашей славной армии. В белом камуфляже проходят наши пограничники. Как ни странно, с автоматами Калашникова. Вот пограничники в своей традиционной зеленой форме. Они входят по кромке латвийской земли. И, наконец, наши доблестные полицейские. Это курсанты полицейского колледжа. И вот идут огнеборцы. Государственная пожарно-спасательная служба. Затем следует два грузовых «Мерседеса», в кузове которых выстроились солдаты латвийской армии. Вот и
мощная артиллерия. Затем едут минометчики. Между прочим, это все Земесарги. Это минометы Густав шведского производства. Затем еще одна бригада знаменосцев. И сзади уже идет мощная, могучая техника. Мощные шведские грузовики с пулеметным гнездом на крыше. Вот орудие. И также полевые локаторы. А по асфальту набережной 11 ноября катятся следующие представители мощной техники. Минометы, опять-таки грузовики «Скания». И опять-таки два мощных «Мерседеса». Очевидно, военно-морских сил, потому что сзади они везут с собой плавательные средства. Это представители береговой охраны. Представители береговой охраны везут с собой две замечательные надувные лодки «Буш». Кстати, латвийского производства. Ни один нарушитель не уйдет от нашей береговой охраны. И опять-таки мы видим технику береговой охраны. За наши берега мы можем быть спокойны. А все время мимо трибуны проезжают джипы с пулеметчиками. Мощная и маневренная современная боевая техника. А также гранатометами. Квадроциклы, и на них наши пограничники. Ни один нарушитель не может безнаказанно пересечь нашу границу, и его нагонит быстрый квадроцикл. Да. И также, да, также снегоходы. И, конечно, лодки с надписью «Пограничная стража». Они, собственно, и замыкали колонну боевой техники. Ну, у нас есть и три танка. Просто они не прошли, иначе бы испортили асфальт. Ну, кроме того, один танк, очевидно, отдали эстонцам во временное пользование. www.mixnews.lv Мультимедийный информационный портал.